Всем привет, это Владимир Аншуков. Сегодня были в карусели. Короче, что-то чуть-чуть понабрали там продуктов, вещей всяких. И 2,5 штуки выходит. Я думаю, что-то спешили в одно место. Вот, и не очень так разглядели, дома посмотрели. Короче, тут сейчас, может, не видно. Но смысл такой, что брали, сколько ж, 5 шоколадок. А они нам 56 пробили. Вот сейчас поеду разбираться, возвратят деньги. Вообще, по идее, должны возвратить. Такие дела. Ну ладно. Потом запишу, если что. Что дальше будет? Ну-ка, видно тут? А, может, видно, может, нет. Где тут? Вот он и Атлас. Подошли к Атласу, сейчас пойдем разбираться. Вот он, торговый центр. Ну, в общем, это опять я, короче. Получается, нам возвратили деньги, все окей. Не стал так напрягать их снимать. Снимать их, ну, то есть. Вот. Вот они, шоколадки опять эти, которые, которые пробили. Извинились, сказали, она сказала, короче, Антонюк, кассир сказала, что рукой нечаянно зацепила, когда набивала. И получилось у ней не 6 штук, а 56 шоколадок. Позицию отменили они, потом опять. Получается, пробили 6 и все. Свою 500-ку обратно взял. Вот, ну, все такие дела, давайте. Все.